числа Стирлинга, которые обозначаются вот таким вот образом. Разумеется, я должен сначала сказать, что это такое, потом мы с вами составим таблицу, ну и потом посмотрим, есть какие-то замечательные свойства у этой таблицы или нет. Значит, определение. Количество способов рассаживать n человек за k круглых столов. При этом считается, что все столы неотличимы по виду, и то, как сидят люди вокруг этих столов, не важно, а важен лишь порядок, в котором они сидят. Давайте я покажу пример. Скажем, число n равно 4, k равняется 2. Значит, два стола. Возможны такие ситуации. Первый человек, напротив него второй, за другим столом третий, четвертый. Может быть ситуация, что у нас первый человек напротив третий, и здесь стол, где сидят второй и четвертый. Дальше картинка. Первый и четвертый. А здесь у нас второй и третий. Кроме этих трех картинок, есть на самом деле еще вот такие. Представь себе стол, за которым сидят первый, второй, третий. И стол, за которым сидит один четвертый человек. Давайте я расчерчу, чтобы было понятно вот так, да? Это уже у нас четыре варианта. И вы прекрасно понимаете, какие еще есть варианты. Первый, второй, четвертый и третий. Дальше первый, третий, четвертый и отдельно второй. Ну и последний вариант. Это второй, третий, четвертый, и за отдельным столом сидит первый. Вы прекрасно видите, что получилось всего 7 вариантов. Эту информацию давайте занесем в таблицу. Значит, как она у нас будет устроена? Здесь я буду писать число n, здесь число k. N бывает равно единице, двойке, тройке, четверке, пятерке, шестерке, семерке, восьмерке. И K то же самое. Разумеется, я мог бы эту таблицу расчертить гораздо больших размеров. И в конце занятия вы ее даже сможете легко заполнить до каких угодно размеров, лишь бы был калькулятор и легко было бы проводить вычисления. Но на самом деле разговор не о том. Мы должны понять принцип того, как заполняется эта таблица, а конкретное заполнение уже... Итак, если людей и столов поровну, то, разумеется, способ единственный. Потому что нужно каждого человека посадить за один стол, а мы договорились, что все столы выглядят одинаково, поэтому разницы никакой. Дальше. Если столов больше, чем людей, то ответ ноль. Потому что людей не хватит на эти столы, и, соответственно, способа просто-напросто нет ни одного. Огромное количество людей в эту таблицу я пишу. Дальше интереснее. Два человека, один стол. Понятно, что они должны сидеть напротив друг друга. Мы договорились, что стол круглый, поэтому способ единственный. Три человека. Это уже интересно. Три человека за одним круглым столом можно разместить не одним способом, а двумя.
Смотрите, когда первого человека сажаете, то дальше важно, второй человек сидит от него по правую руку или по левую. Соответственно, есть способ 1-3-2, а есть способ наоборот. Там, где тройка будет двойка, а там, где была двойка, там будет тройка. Два разных способа. Теперь представьте себе, что мы должны посадить четвертого человека. Очень хорошо видно, куда его сажаем. Здесь вот сажаем его или сюда, или сюда, или сюда. Здесь то же самое, сюда, сюда или сюда. Каждый из этих вариантов превращается... Каждый из этих вариантов превращается в три разных варианта. Значит, если был 1, 2, 3, то может быть 1, 4, 2, 3. Может быть 1, 2, 4, 3. Может быть 1, 2, 3, 4. Таким образом, здесь ответ 6. Потому что каждая из этих двух картинок превращается в три новые картинки. Догадайтесь, что будет. То есть я один из этих вариантов напишу. Догадайтесь, что будет, когда нужно будет рассадить за тем же самым круглым столом, за одним круглым столом, нужно будет рассадить 5 человек. Вот представьте себе, есть некоторое расположение четверых. Что мы можем сделать, куда можем посадить пятого? Сколько мест? 4. Здесь, второе, третье, 4. Значит, каждый из этих вариантов, на сколько вариантов разобьется? На 4. Значит, было 6, станет? 24. Станет 24. Так, ну, например, пусть пятерка встанет сюда. Теперь, да? Там же было 2 человека, 4 стало. 4, 2, 2 стало 4. Ой, да, извини. Я обещал вот эту информацию, действительно. Что же я не выполнил свое обещание, а? 4 человека и 2 стола – это 7 вариантов, конечно. Так, 3 человека, 2 стола, может быть, кто-нибудь скажет? Действительно, что-то я вниз таблицы пошел. 3 человека, 2 стола. 4. Нет, не 4. 2. Ну, смотрите, вот у нас 2 стола. Смотрите, 1, 2, 3 – это один вариант, так? А можно как? 1, 3, 2. А можно как? 1, а здесь 2, 3. Сколько? 5. Нет, не 5. 3. 3, конечно. Важно, кто сидит один за одним столом. А остальные двое сидят рядом. Таким образом, здесь ответ 3. Давайте дальше. Я все-таки настаиваю на том, что здесь можно догадаться, на какой ответ. 120. 120, конечно. Конечно, 120. Там 720. А дальше? 720. 720. А дальше? 5040. 5040. 5040. Значит, ребят, первая из сегодняшних формул такая. Если один стол, скажем, вот у нас 4 человека, да, то это будет n-1 в квадрате. Я очень легко могу объяснить, почему это так. Ну, по индукции я доказательство уже объяснил. Когда очередного человека сажаешь, скажем, пусть у нас есть n-1 человек и один стол, то вот этого самого n+1 человека, когда вы сажаете, то у вас для него есть n вариантов. Соответственно, вы на любое из этих мест, из этих n мест сажаете его, получается вот такая формула. Но можно считать по индукции, что мы для n уже доказали, а пытаемся для n+1 доказывать. Тогда это будет n умножить на n-1 факториал.
то есть n факториал. Да? А без индукции доказывается так. Всего перестановок на n элементах имеется n факториал штук. Но когда вы берете некоторую перестановку, вот давайте скажем, перестановка на 6 элементах, 2, 1, 4, 6, 3, 5. Представьте себе, такая перестановка. То если вы эти элементы пишете в строчку, вот она так выглядит, а если вы пишете их по кругу, то получаете 2, 1, 4, 6, 3, 5. Смотрите, ее можно читать с разных мест. Можно ее читать с этого места, тогда получите 2, 1, 4, 6, 3, 5, да, с этого места. Но можно точно так же начать с другого места, будет 1, 4, 6, 3, 5, 2. А можно с этого места 4, 6, 3, 5, 2, 1. То есть, когда вы пишете по кругу, то на самом деле 6 разных перестановок изображаются одним и тем же кругом. Поэтому для того, чтобы решить задачу о вычислении числа из 6 по 1, надо 6 факториал разделить на 6. То есть на самом деле получится как раз 5 факториалов. Ну, хорошо. Давайте двинемся дальше. Значит, 4 человека и 3 стола. Кто сможет быстренько объяснить, сколько там способов? 4 человека, 3 стола. Я не думаю, что такой ответ. Но вы объясните, может быть, во время вашего объяснения мы договоримся, поймем какие варианты. Правильно посчитаны, какие нет. Три стола давайте рисуйте. Да. Есть три стола. За одним столом будут сидеть двое человек, за другим один и за другим еще один человек. Совершенно верно. Так, допустим, тут двое, ведь столы одинаковые, это все равно. Тут один, и тут один. Нам важно, какие люди сидят тут. Да. Проще говоря, нужно выбрать двух человек, два человека из имеющихся четырех, не семь вариантов. Ну смотрите, вот у нас есть вершины квадратов. Вот один вариант, вот второй, вот третий, четвертый, пятый, шестой. Мне интересно, и еще есть? Две диагонали и четыре стороны в четырехугольнике. Больше нет. Говорит? Да. Сколько способов? Шесть. Шесть способов. Шесть. Здесь 11. Отлично. Вот теперь, зная это число 11, и, значит, имея все вот эти вот способы, мы можем легко найти число Стирлинга для перестановок из пяти позов. Смотрите, что это будет такое. То есть нужно умножить 11 на 4, потому что на каждой из этих картинок пятерку можно поставить в одно из этих мест. И прибавить надо к этому еще те самые ситуации, когда пятерка отдельно. И таких ситуаций 6 штук. Значит, прибавить 6. Получится всего 50 вариантов. Теперь я получил наконец-то правильный ответ. 50 вариантов. Теперь 5 человек и 3 стола. Давайте я все эти варианты сотру.
И мы уже, наверное, не будем выписывать для 5 человек и 3 столов, не будем вырисовывать все картинки. А давайте сделаем так. Значит, давайте вспомним про мантию-невидимку из замечательных наших сказок про волшебников. Что делает человек? Он может надеть на себя мантию-невидимку, 5 человек. Тогда либо получается, что он сидел один со своим столом, и тогда столов становится 2, значит, получается такая штука, число из 4 по 2. Либо же получается, что он, конечно, в мантии, но за его столом еще кто-то сидел, и поэтому людей 4, а столов по-прежнему осталось 3. Так вот, в этом случае, когда 4 человека за 3 столами, ну давайте я пример покажу. Скажем, первый и третий за одним столом, второй за своим столом и четвертый за своим столом. В этом случае 5 человека можно посадить на одно из вот этих вот мест, которые я показываю звездочек. Этих вариантов, как вы видите, 4 штуки. Поэтому здесь будет вот так вот. И теперь можно вычислять. Из 4 по 2 это 11. Из 4 по 3 в таблице написано это 6. И получается ответ 35. Действительно, число 35. Так, 5 человек, 4 стола. Давайте поймем, как это на картинке выглядит. Значит, вот у нас 4 стола. Что значит 5 человек? Это значит, что какие-то 2 за одним столом, а остальные по одному человеку. Так вот, получается, что это количество способов выбрать 2 из 5 имеющихся. То есть количество способов рассадить 5 человек за 4 стола это то же самое, что число сочетаний из 5 по 2. Кто помнит из 5 точек, сколькими способами можно выбрать 2? Вот здесь у нас есть 5 точек. Можно 1 способ, 2 способ, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 8, 9, 10. Да, это 10. Это здесь у нас с вами будет 10. Дальше сколько будет? Вот здесь. Когда 6 человек и 5 столов. 15, совершенно верно. Число сочетаний из 6 по 2. Это действительно 15. Когда 7 человек и 2 стола. Вообще, что это за числа? 1, 3, 6, 10, 15. Треугольные. Треугольные числа. Значит, следующее треугольное число 21. 28. Следующее треугольное число 28. Отлично. Если вы сейчас поймете, как быстро находить число 50 по вот этим вот числам, то мы с вами легко заполним и дальше эту таблицу. Надо просто понять, что это за формула такая. Нельзя ли ее сформулировать в общем виде? Кстати, один раз она уже здесь сформулирована. Посмотрите внимательно. Подумайте, что это такое. К
как это сказать для любых чисел. Не только для пятерки и тройки, но для любых натуральных чисел. Вот смотрите. Число из n плюс 1 по k. Как это писать формулу? Значит, пытаемся n плюс 1 человека посадить за k столов. Какие есть варианты? Либо n плюс 1 человек сидит за отдельным столом, и тогда сколько будет вариантов? K-1, да. Либо же он сидит вместе со всеми. Ну, то есть за его столом еще кто-нибудь есть. N, молодец, умножить на... Из n по k. Тут нет никакой операции деления. Отлично. Значит, давайте я объясню в таблице, что это означает. Как мы нашли 650? Мы 4 умножили на 11 и прибавили 6. Как мы нашли 35? 6 умножили на 4, прибавили 11. Как нашли 10? 1 умножили на 4, прибавили 6. Так вот, чтобы найти вот это число, когда у меня 6 человек и 2 стола, я должен 50 умножить на 5 и прибавить 24. Это будет, ребят, 274. Здесь надо 35 умножить на 5, это будет 175, и прибавить 50, это будет 225. Здесь 10 умножить на 5 будет 50, и плюс 35, получится 80. Заметьте, что я так легко могу от каждой строчки таблицы перейти к следующей. Ну, конечно, требует, в какой-то момент нужно будет довольно большие числа умножать, но, тем не менее, принципиально никаких проблем нет. Теперь давайте я объясню, какие есть простые совсем законы в этой таблице. 1 плюс 1 – это 2. 2, 3, 1 в сумме дают 6. 6, 11, 6 и 1 будет сколько? 24. Догадайтесь, что будет здесь? 120. А в следующей строке? 720. Оказывается, так, только... Ну да, конечно. Вы абсолютно правы. Разумеется, я не захватил единицу. Ребят, мне очень важно, чтобы сейчас вот эту формулу все в тетрадь переписали, потому что это важная регулярная формула. Вот. Так вот, я сейчас сформулирую этот самый закон. Очень просто, оказывается. Число Стирлинга из n плюс единицы плюс число Стирлинга из n по 2, из n по 3 и так далее. И, наконец, плюс число Стирлинга из n по n – это n факториал. Сумма чисел n-ной строки треугольника Стирлинга для перестановок – это n факториал. Мы сегодня докажем эту формулу двумя разными способами. Один способ будет алгебраический. Мы поймем, что вот у этих чисел есть совершенно замечательный алгебраический смысл. Оказывается, в школьной алгебре эти числа часто встречаются, ну и не в школьной тем более. Второй способ будет чисто комбинаторный. Я объясню вам замечательный, это очень важно для комбинаторики, оказывается, что n факториал излагается вот таким образом. Начну я с именно комбинаторного доказательства. Значит, ребят, давайте сделаем так. Я сейчас расскажу, что такое разложение перестановки на циклы.
И после этого мы поймем, сразу поймем, почему это равенство. Вот, поскольку вы хотели задавать задачи, то сейчас самое разумное гости вызвать именно вас. Давайте. Вот. Значит, давайте сделаем так. Напишите, пожалуйста, в ряд цифры от 1 до 9. Вот там вот, да, в левом верхнем углу. Нет, не в произвольном порядке, а именно так. 1, 2, 3, 4. Вот, подряд. Значит, так. Единица. Да, двойка. Тройка. 4. Работаем. Очень хорошо. А вот под ними напишите действительно в абсолютном произвольном порядке те же самые цифры. Каждая должна быть написана ровно один раз. Понимаете, да, замечательно, что еще не написали. Себе следующее, что есть стрелочки, которые из единицы ведут в тройку. Поставьте, пожалуйста. Не из этой единицы, а из верхней. Из верхней единицы в тройку. В двойку, да. Так, так, так. И такие стрелочки. Отлично. Дальше я рисую. Или вы рисуете, как посмотрим сейчас, он будет подручнее. Точку 1, точку 2, 3 и так далее до 9. И вот эти стрелочки изображаем, считая, что это единица и это единица. Это одно и то же. То есть из единицы идет стрелка. Дальше из тройки куда идет стрелка? В 4. Нет. Я рисую уже, не смотрите туда. Из четверки куда идет? Из четверки. В пятерку. Из пятерки в семерку. Да, совершенно верно. Из пятерки в семерку. Куда идет? Из семерки в девятку, из девятки в четверку, заходим в десятерку. О, Господи. Так, да, а из двойки в двойку? Так, я уже не успел. Из семерки куда идет? Из семерки в девятку. Девятку. Из девятки. Из девятки в восьмерку. В восьмерку. Из восьмерки в шестерку. Да. Потом единица обратно возвращается. Отлично. Вот это называется перестановка разложилась на два цикла. Один цикл состоит из одного единственного числа, из двойки. Только, ребят, поскольку у нас сегодня столы, то давайте так не будем ни в коем случае записывать. Давайте представлять себе, что вот этот стол, он у меня немножко изогнулся, но тем не менее, это круглый стол. Вот это у меня двойка, и вот это вот тоже это круглый стол. Поняли, на что я намекаю? Спасибо. Теперь можно сесть. Я беру сейчас, рисую вам столы, за которыми расположены люди наши. И вы по этой картинке выписываете перестановку. И наоборот, берем перестановку, а по этой перестановке мы устраиваем рассадку за столами. Выясняется, что... Почему я в самом начале говорил, что занимаемся... числами Стирлинга для перестановок. Оказывается, что сажать за круглые столы или разлагать перестановку на циклы – это одно и то же. Понятно. Скажем, представьте себе первый человек, седьмой, третий, второй, четвертый, восьмой, пятый и, к примеру, шестой и девятый.
давайте договоримся, что, как в математике принято, движение всегда будет у нас происходить против часовой стрелки. Я не знаю, почему так договорились, но почему-то в математике всегда, когда можно, двигаются против часовой стрелки. Вы видите, что здесь те самые 9 цифр. Поэтому я сейчас пишу. Девять цифр. И прошу вас сообразить, что нужно в соответствии с этими стрелками написать под ними. Пожалуйста, кто может, выходите, пишите. Вы видите, что рассадка за круглыми столами привела к перестановке. То есть единица в тройку, тройка в семерку. Как это записано? Так, ну давайте все-таки еще один раз, чтобы не обязательно было для 9, скажем, 1, 2, 3, 4. Так, диктуйте цифру какую-нибудь. 3. 5. 5 не бывает. 4. 4. 1. 2. 2. Замечательно. Смотрите, как это легко записывается. 1 переходит в 3. Значит, пишешь 1, рисуешь стрелочку против часовой стрелки 3. 3 в 1. Все. Один цикл уже есть. И вот там вот у нас и будет стол. Дальше. 2. Рисуешь стрелочку 4. От 4 рисуешь стрелочку в 2. Вот будет второй стол. Поняли? Таким образом получается, что рассадка за столы взаимно однозначно соответствует чему? Разложению перестановок на циклы. Поскольку на n элементах в точности n факториал перестановок, то, что называется, никуда не денешься. Получается, что сумма равна n факториалу. Вот такое комбинаторное доказательство. Теперь доказательство более глубокое, алгебраическое. Я увижу сейчас замечательный, повторяю, алгебраический смысл этих вот чисел. Может быть, кто-нибудь подскажет? Что это за такие числа? 2, 3, 1, 6, 11, 6, 1. Сейчас я тут скажу, скажете, что всю жизнь это знали. Треугольник Пасхаль? Нет, треугольник Пасхаль ни при чем. Называется это треугольник Стерлинга, естественным образом. Ну ладно, расскажу. Значит, ребята, есть такое понятие возрастающей степени. Понимаете или нет? Что когда здесь откроешь скобки, получишь x квадрат плюс x. Когда здесь раскроешь скобки, смотрите, что получишь. Как вот тут, как получается x квадрат? Можно x умножить на x, а можно x квадрат на двойку. Поэтому будет 3x квадрат. X умножить на 2, это будет 2x. 1, 3, 2. Вот они коэффициенты. 1, 3, 2. Сейчас я напишу 4.
твердую разрезающую стену x. x, x плюс 1, x плюс 2, x плюс 3. Смотрите, как она вычисляется. Мы с вами уже знаем произведение первых трех скобок, поэтому можем сразу его написать. X куб плюс 3x квадрат плюс 2x умножить на x плюс 3. Теперь давайте раскрывать. Получится вот что. X в четвертый плюс 3x куб плюс 2x квадрат плюс 3x куб плюс 9x квадрат плюс 6x. Смотрите, что у нас будет. 3х куб и 3х куб даст нам 6х куб. 2х квадрат и 9х квадрат даст нам 11х квадрат. Ну, наконец, 6х. Коэффициенты 1, 6, 11, 6. 1, 6, 11, 6. Ну, мне кажется, что у вас уже есть даже не подозрение, а твердая уверенность, что если я возьму следующий многочлен, а именно x в пятой возрастающей степени, то смотрите, что это такое будет. Это будет x в четвертой возрастающей умножить на x плюс 4. Согласны? Так же, как когда вы брали четвертую возрастающую степень, то надо было здесь взять третью возрастающую умножить на x плюс 3. Вот. Ну а дальше все понятно. Дальше смотрите, что у нас есть. У нас, значит, для четвертой возрастающей степени уже есть такая формула. То есть вот что такое эта единица? Это на самом деле число Стирлинга из 4 и 4. Что такое эта шестерка? Давайте посмотрим в таблице. Что такое эта шестерка? Это число Стирлинга из 4 по 3. То есть у нас формула вполне понятное. Здесь вот из 4 по 2 и, наконец, число Стирлинга из 4 по 1, да, умножить на x в первой степени. Вот это все умножается на x плюс 4. Значит, ребят, давайте я все-таки напишу вот здесь вот, да. Это число Стирлинга из 2 по 2 умножить на x квадрат плюс число Стирлинга из 2 по 1 умножить на x в первой, да. Вот эта вот единица, это число из 3 по 3, это из 3 по 1, а вот эта двойка, это из 3, ой, наоборот, это из 3 по 2, а это из 3 по 1. Так вот, каким образом производится перемножение таких двух скобок? Самым, что ни на есть, естественным образом. Значит, ребят, давайте я это выпишу. Потому что вещь совсем простая, но надо аккуратно, обязательно один раз в жизни это выписать. Значит, итак, я умножаю сейчас вот эту длинную скобку на x плюс 4. Для этого сначала ее надо умножить на x. Получится следующая штука. Число Стирлинга из 4 по 4 умножить на x в 5. Дальше идет плюс. Число Стирлинга из 4 по 3 умножить на x в 4. Число Стирлинга из 4 по 2 умножить на x в кубе. И, наконец, число Стирлинга из 4 по 1 умножить на x в квадрате. Это я каждое из слагаемых умножил на x. Теперь я каждое умножаю на четверку. Внимание, я не случайно пишу в этом месте. Потому что здесь как раз у меня степень четвертая. Вот 4 умножается на вот это, x четвертой степени. Вот дальше. 4 умножится вот на это. Тоже пишу аккуратно. 4 умножить на число Стирлинга из 4 по 3
х кубе. Дальше четверка умножится на число стерженей из 4 по 2х в квадрате. И, наконец, четверка умножится на число стерженей из 4 по 1 х в первой степени. Х в первой степени. Ну, в общем, по-моему, понятно все. Теперь приводим подобные слагаемые. Когда вы будете складывать вот эти числа, то получите в точности число стирлинга из 5 по 4. Почему? Потому что когда вы сажаете 5 человек за 4 стола, либо наш пятый человек сидит отдельно за отдельным столом, и тогда надо четверых садить за 3 стола, либо пятый человек сидит там с кем-то, и поэтому надо ее подсаживать, и четверо сидят за 4 столами. Вот. Ну, точно так же движемся дальше. И вот, это у нас будет число стирлинга из 5 по 3. Это замечательное выражение. Это число стирлинга из 5 по 2. Ну и, наконец, это число стирлинга из 5 по 1. Вот так получается замечательная формула, которая, ну, в общем, в разных ситуациях может быть применена в комбинаторике. Давайте я ее запишу через знак суммы. Значит, оказывается, что x в возрастающей n степени – это есть сумма таких вот чисел стирлинга, умноженных на х в k-й степени. K пробегает все значения от 1 до n. Для тех, кто успел забыть, возрастающая степень – это вот что такое. Х умножить на х плюс 1, умножить на х плюс 2 и так далее, умножить на х плюс n минус 1. Вот такой замечательный алгебраический смысл чисел стирлинга. Формулу, которая написана здесь вот в верхней строке, если мы знаем эту штуку, доказать очень легко. Достаточно вместо х подставить единицу. Ведь смотрите, когда вместо х подставляешь единицу, то один в каждой это единица, фактически это множество можно не учитывать. И здесь получается просто сумма всевозможных чисел стирлинга. А здесь получается 1 умножить на 1 плюс 1, на 1 плюс 2 и так далее, на 1 плюс 1 минус 1. Проще говоря, здесь получается n факториал. Хорошо. Теперь давайте мы с вами посмотрим, нет ли еще каких-то интересных свойств, которыми обладают числа стирлинга. Нет. Вот я сейчас выпишу последовательность единиц. Так, поднимите руки, кто уже понимает, что я буду делать. Ага, два человека это уже знают, да? Я... В летней школе было. Да. Я знаю, что на летней школе было. Даже вот. Было. Значит, куда? Ну, смотрите. Смотрите. Я сейчас обвожу вот это. Третье число. Смотрите, здесь одно пропустил, потом два. Сейчас я три единицы пропущу. И теперь я пропущу четыре единицы. Да? Вот. Отлично. А теперь смотрите, что я делаю. Под единицей я уже ничего писать не буду. Под этой единицей я пишу 1, обвожу в кружочек, потому что вот так. Дальше. Здесь я пишу 2. 2 плюс 1 – 3. Я обвожу в кружок. 3 плюс 1 – 4. 4 плюс 1 – 5. 5 плюс 1 – 6. Я обвожу в кружок. 6 плюс 1 – 7. Дальше 8. Дальше 9. Дальше 10 и обвожу в кружок.
смотрим дальше. Значит, здесь уже ничего не будет. Под двойкой пишу двойку, я обвожу кружок. 2 плюс 4 – это 6. 6 плюс 5 – это 11. Я 11 в кружке. 11 и 7 – это 18. 26. 35 в кружке. 6 у меня будет в круге. 6 и 18 – 24. Здесь будет 50 в кружке и 24 в кружке. Значит, господа, посмотрите, пожалуйста, на эти числа. 1, 10, 35, 50, 24. 1, 10, 35, 50, 24. 1, 6, 11, 6. 1, 6, 11, 6. 1, 3, 2. Вот он, 1, 3, 2. 1, 1, вот он, 1, 1. 1, и вот он, 1. Таким образом. Чисто, стерлинга для перестановок возникают во время игры с единицами. Значит, вообще человек, который это придумал, это Конвей. Замечательный совершенно математик, который вообще очень много придумал, совершенно потрясающих конструкций. Только не думайте, что он всегда баловался так. Это было, не шить было, не сейчас есть. Что замечательный человек, который занимается действительно серьезной математикой. И просто это то его достижение, которое можно рассказать школьнику. Вот, а вообще у него много работ по действительно серьезным областям науки. Вот, и, не знаю, по-моему, это просто такой красивый факт.